Количество говядины и свинины на полках магазинов мясокомбината увеличится. Связано это с тем, что в прошедшую убойную кампанию мясопродукты получили на переработку меньше оленины, чем обычно, всего 740 тонн. При этом 260 тонн были переработаны за декабрь прошлого года и январь-февраль этого года. Чтобы компенсировать недостачу диетического мяса, комбинат закупил другие виды сырья. Об этом в программе «Актуальное интервью» нам рассказал руководитель предприятия «Мясопродукты» Владимир Коваленко. На сегодняшний день есть такая проблема, что именно оленины у нас не хватает, поэтому предприятие вынуждено немножко сократить объемы выработки именно продукции из мяса оленя, в том числе и в чистом виде. Я говорю, не совсем убрать из ассортимента, просто сократить. То есть, если мы там пилили мясо и продавали его в чистом виде, то круглонедельно, так скажем, да, то в этом году такого нет. Ассортимент сдвинулся в сторону переработки говядины и свинины в большей мере, чем оленин. Поэтому на самом деле ассортимент есть. И я специально за этим слежу, и наши колбасное производство тоже все следит и смотрим, чтобы полок-то пустых не было.